Так. Ну что тут у нас? У нас сегодня вечернее барбекю. Смотрится оно примерно вот так вот. Тут у нас Денис Гусев. Да, всем привет. Сегодня у нас вкусняшки. Вот такие. Дэн сегодня у нас взял поварство над нашим коллективом. Да. После таких вкусняшек у нас пойдет... Мяско. Вот такой я вкусняшка. Вот. На любой вкус и цвет у нас тут есть. Да, Дэн готовит профессионально и вкусно. Нас... О, да. Креветочки, кстати, пора переворачивать. Да. Так, ну что у нас тут еще? У нас тут ведь еще одновременно идет тренировочка. Тут у нас Дмитрий Шанкин закончил тренироваться. Опа. Размялся. Каждый вечер, каждое утро и каждый день. По-моему, единственный из нас, кто реально тренируется 2-3 раза в день. Да. Как заруба? Заруба прикольно прошла. Всем спасибо. Ира пока отдыхает. Кто у нас там? А здесь у нас знаменитые Мэнс Физики. Здесь у нас Сергей. Привет, привет. Да. Подписчики Санькиного перископа. Да. Это мой четвертый опыт в перископе. У нас это самый семинар по позированию, лежа. Позирование лежа? Да. Вы, как всегда, профессиональны во всем. Настоящий человек профессиональный, достойный во всем. Да, так. Так, ну что, будем? Мирону привет. Обязательно. Сережа. И вам, друзья, привет. Я очень рад, что вы меня узнаете. Да. Что было за заруба? Заруба у нас была, ну это вы увидите все. На канале Дмитрия Клокова, «Тайские каникулы», вторая часть. Что у нас за заруба? Мы поднимали штангу. Что можно еще делать с Дмитрием Клоковым? Так что посмотрите, где Димка Клоков. Димка Клоков монтирует вторую часть, чтобы порадовать вас. Вот. О, а вот у нас пошла новая порция. Это уже рыбка. Выигрывали Мирона Гусева, не знаю, ребята вам все расскажут, все будет в видео и зарубе. Так что, когда будет вторая часть, когда Димка смонтирует, дня, наверное, через полтора, может быть, даже чуть-чуть раньше. Нет, алкоголь я не употребляю, ну, практически не употребляю. Только в терапевтических дозировках. Да, то есть можно выпить 20 граммов виски или 30 граммов вина. Зарубу по арму, я очень хотел зарубу по арму, но она у нас, к сожалению, не прошла, потому что, во-первых, ребята боятся за связки, во-вторых, все-таки это не их профиль, наверное, они и правильно делают, а в-третьих, здесь даже нет стола. Водку? Нет, водку я не пью. Если пью, то пью немного виски или коньяка. Почему мало 10 дней? Так мы не 10 дней, мы на 14 вроде приехали. Пью ли пиво? Очень редко, пью в хорошей компании, с друзьями. Сколько поднял? Это будет видео, видео вам все покажет. Ух, как у нас все вкусно. Смотри, выглядит живописно, да? Проект хороший, можно 30 дней. Да, но у всех есть работа, а это у нас такое блогерское сходняк-хобби. Так что вот так. Ну что, пока всем пока. Денису скажем отдельное спасибо за прекрасный ужин. Дэн, спасибо огромное. Ребята, вам спасибо. Да, до встречи, пока-пока. Так, тут опять у нас идет продолжение готовочки. Это голубые крабы. Так, это у нас крабы. Крабы. Еще немного крабов. Да, у нас заимочка, Дмитрий. А здесь крокодил. Где у нас крокодил? Вот, оказывается, вот мясо крокодила. Да, вот. Нам вдруг привез крокодильчика, сейчас будем пробовать. Саня, спасибо твоему другу. Нашему общему другу. За это время у нас Денис приготовил уже всю еду. А, это лягушки. Да, лягушки. Вот и наши лягушки. Так. Лимон, лягушки. Да ну. Да. Пойдем дальше. Это у нас Леонид. Благодаря ему мы имеем сегодня прекрасную вкусную еду. Парень уже давным-давно живет в Таиланде и помогает нам всем, чем может. Теперь с нас берут гораздо меньше денег за всю классную еду. Когда будет второй выпуск? Это можно узнать у Дмитрия. Я думаю, Дмитрий за сегодняшнюю ночь свояет нам второй выпуск. И уже... Да. Шикарный выпуск. Я прям вообще балдею. Это будет очень крутой выпуск. Ожидайте, поэтому мы специально создаем маленькую интригу, не рассказываем, потому что это реально будет интересно. Так, что тут у нас?
хорошего. Саня, будешь стоять по бодибилдингу? Нет, конечно, я вообще не люблю драчки. Так. Моя любимая. А здесь известный всемирно уважаемый Юрий. Да, вместе с супругой очаровательной. Они у нас каждый вечер тут гостят, и мы этому очень рады. На самом деле нам их не хватает, потому что они к нам приходят только под самый вечер уже. Вот. Баночка ковы. Вместе с любимой. Всем привет. Спасибо. Вот. Что тут у нас еще хорошего? Барбекю уже все закончилось. Смотрите, там у нас уже ничего нету. И я иду показываю камеру, резкости плохая. Или резкость у камеры. Но ничего. Так, смотрите, что у нас здесь. Потихонечку. Салатики. Рыбка. Да, интернет на самом деле здесь очень-очень-очень так себе. Еще. И еще мяско. Юрию привет из Якутска. Буду ли я выступать по пауэрлифтингу? Нет, я же не пауэрлифтер. Я так. Я притворяюсь. Ну как я настрою резкость? Я вообще в компьютерах ничего не понимаю. Может быть, попрошу супругу, она что-нибудь с этим сделает. Вот. Ну такая у нас маленькая вечерняя зарисовочка. А самое главное здесь это Дмитрий Кофухов на фоне тайских каникул. Да, всем спасибо. Смотрите и ждите следующий выпуск. Он будет уже очень-очень скоро. Димка мало спит и делает все, что можно, чтобы проект был очень-очень интерактивен. Всем спасибо. До свидания. А что-то у меня не отключается. Как ты в перископе? А? Как ты в перископе?